Всем привет! Сегодня у меня для вас рецепт деликатесного салата с говяжьим языком. По желанию можно заменить говяжий язык на куриное филе. Салат получится тоже очень вкусным. Из яиц необходимо испечь 2 яичных блинчика. Яйцо немного посолить и перемешать. На раскаленную сковороду, смазанную маслом, выкладываю яйцо и формирую блинчик. Обжариваю с двух сторон до готовности. Таким же образом готовлю и второй яичный блинчик. Готовые яичные блинчики выкладываю на доску и нарезаю небольшими полосками. Огурец шинкую соломкой, либо же можно просто тонко порезать на доске. Красный лук нарезаю тонко и помельче. Язык нарезаю тоже тонкой соломкой. Все подготовленные ингредиенты выкладываю в глубокую чашку. Добавляю столовую ложку сметаны, столовую ложку соевого соуса, немного соли и тщательно перемешиваю. Салат получается очень вкусный, необычный. По желанию можно добавить немного кунжута. Надеюсь, рецепт вам понравился. Благодарю вас за лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие вкусные рецепты.